А мы продолжаем путешествовать по нашему району, и следующим у нас в очереди находится городское поселение Тучково. Городское поселение Тучково основано на месте бывшего полустанка Мухина и в этом году празднует 110-летний юбилей со дня основания. Динамично развивающееся городское поселение на сегодня имеет в своем арсенале предприятия добывающей, перерабатывающей промышленности, предприятия стройиндустрии, медицинские учреждения, учреждения культуры и спорта, и вполне может считать себя одним из лидеров муниципальных образований Русского муниципального района. Наиболее ярко на этом фоне представлены культурные учреждения. Тучковскому центру культуры и искусств в этом году исполнилось 60 лет. Самодеятельные творческие коллективы Центра культуры и искусств городского поселения Тучково являются постоянными участниками международных конкурсов, российских телевизионных шоу-программ, достойно представляют городское поселение на московском, областном и международном уровнях. Ну и, собственно говоря, сейчас на этой сцене те самые артисты из городского поселения Тучково. Театр-студия «Раз-Бобо». Ваши аплодисменты.